Да, даем капабланки мат двумя фигурами одновременно. Так, а какой коэффициент сейчас дают букмекерам то, что мы дадим мат в этой партии? 100. 100? Думаю, да. Какой самый большой коэффициент в истории? Ну, я вот выше 40 не видел. Не знаю, а 100. здесь будет 100. Здесь 100. О, какой ход, смотри. Нападение на пешку. Рентген. Сейчас он на А4 еще отойдет, да? Но останется без слона. Я знаю, но он Было отойдет. бы неплохо. Не, не отойдет. Ну, под B5. Да, отойдет. Сюда и сюда. На E2. Обидно, слушай. Сейчас у белых будет лучше после этого. Конь C6. Сейчас погоди, конь e4, ферзь d5, слон b7, Ты хочешь ферзя поймать? слон b7, конь c6. Пробуем. Ты хочешь фер... Он не найдет ферзь D5. Да я понимаю, но мало. Ну, кстати, там он, по-моему, ловится, да, ферзь? Не знаю, у тебя интересная идея. Это идея в под пародии, да, пародии Будапештского гамбита. Пародия на партию смыслов Гуфельд. Короче, я это видел где-то в каком-то там гамбите, то ли Будапештском, только с Смыслов ходом, Гуфельд, шикарная партия. не с ходом конь G4, а с ходом конь E4. И там играют G6, Я не чтобы... играю в бредовых гамбитах, я... Я тебе покажу его как-нибудь в партии Феникс, ты оценишь всю его Да силу. что ж такое-то? Представляешь, да? Не взял на басне. Ведь он силен. И он просто испугался, сам не знает чего. Но он там ловился, короче, 100 баллов. Потом. Ты вроде играешь очень медленно. Ты такой тормоз, но... Они еще медленнее. Конь E4. Знали. Понял. Мы не рокируем, да? Зачем? Так, ну... Где? Где оно глубокое-глубокое утро? Мы жертвуем Что? пешку. Что глубоко? Ну, ты сказал, что мы поставим мат глубоким-глубоким утром. Ну, Почему именно H3, а не G3? не знаю. Чтобы наш белопол заиграл? А, кстати, вот он. Да, только толк. Надо все эти фигуры убрать, потом еще так поколдовать чуть. Кстати, вот это самое близкое, мне кажется, пока то, что было, нет? Не, ну там, где мы угрожали матом в один ход, таким, которым нам надо, это было намного ближе. Упс. Не получается. Не клеится чуть-чуть. Да, там конь f3, обе фигуры провисли. Придется брать. Надо. Назад, наверное, что-то. Давай Сейчас назад. конь f6 сыграет. А, нет. Ну, конь Не f6 в 6 играет. нельзя, защищено. Не в 3 грозит, кстати. Объем. Такой рентген интересный вообще. Ну, конь e4 промежуток. Как за 3? Там, у нас же 3 выбьем. Чтобы шансы повысить на мат. Ну, слоны, конечно, там-то. Он сейчас слона на b2 возьмет. Шо, туда еще шанс повысится. Ну где он мат? У него очень много полей, понимаешь, в чем проблема? Отрезай. И он хочет дать мат, нет? Может быть, мне все равно. Почему? Потому что мат здесь дают черные, а не белые. Потому что у них лишнее качество. Потому что у них лишние 1500 пунктов. Плюс минуту, я так думаю, нужно дать. Да, и ты знаешь, что нужно делать. На секундах мы вообще с тобой, по-моему, поймали уже. Ну, то придется брать. Нет, ну не надо было менять. Почему менять А ферзей? что делать? Не меняет, кстати. Вот сейчас ходи ферзь, не знаю, куда-нибудь.
Без понятия, как это вообще можно добиться. Ферзь, смотри, какой план. А уже нет, он все испортил. Короля, да. Ферзя мы брать не будем, этого мало. Он дочтился от этой идеи. Слушай, ну у нас уже нависли все фигуры там. Тут толку-то. Ни одной даже конструкции нет. Я не вижу, по крайней мере. Сейчас что-нибудь найдем. Давай не будем брать сейчас на C2. Ого. Что делать? Я со шахом брать. Ну бери, бери, хорошо. Бери и играй, знаешь как? А чё, почему ты не взял? Ну не знаю, напугать чуть-чуть. Мат-то где? Нет, не знаю, вообще. Надо белопольника мат давать, понял? Никит. Погоди. Ну да, ферзём и слоном не получается по определению. Так, шах. И где мат? Давай сначала ферзя выиграем. А кем? Кого? Слон f3. Слон f3. И дальше что? Ну, выиграли ферзя, повели пешки. Смотри, у него он будет. Он, да не, он, не он, мат, будет, он будет флаг рубить. Я тебе говорил? Он будет рубить флаг. Хорошо, наша цель провести в коня, да? Нет, он сдался. Он сдался? В коня, в коня или слона, все что угодно. Надо сразу снять, что это будет мешаться явно.